прям как, знаешь, пидорас. Ну, отнюдь не лох. Отнюдь не лох. Вот тут я солнышко, знаешь, делать и собираюсь, знаешь, как я напрыгну, что это будет, что это будет. Знаешь, там так говорят, видишь. Я, кстати, солнышко так, я, у меня мозоль, там надо перчатки нарадить. Мы же спорили! Дело я делаю, я расскажу, что там делают, там, асфальт. Мы же спорили. У меня бывало, что я срывал себе это в детстве еще. Базоль, понимаешь, я там рассказываю. То есть уже натер, понимаешь, а потом уже... И так много раз мы его, мы же поняли! А потом так жжет там вообще! Видишь, я скорпион, мы сейчас охренеем! А не знаешь, а не Маркис Джантес, а не Фьюри, я прям не Фьюри. Ну, Марки от Мисс Мизери, знаешь, от Мисс Мизери, наверное. Брук. Я потом, потому что я хожу, а что, что-то начинается? Ну смотрите, даже я, Антон Буйнов, не рисую, ничего не выкладываю. Мы же поняли! Тем более, мы сейчас поняли! Как бы, мы сейчас поймем, это вообще... А если бы увидали некоторые мои рисунки, которые я в тюрьме, значит, себе нарисовал, вы бы там дрочить бы начали. Ну, это нарисовал я, понимаешь? Ну, это если бы, может, не дрочили, значит, на те. Ну, у вас просто, знаешь, все, раз. Как бы, мы же поймем. Чикен Эляк. Знаешь, подонок, там что-то началось, блин. А я думаю, что это очерки по белому. А это, видишь, а это очерки по трансцендентности.